В различных поселениях округа теперь можно встретить вот такой брендированный автобус. Это передвижной офис Мособлгаза. В нем находится специалист, который ответит на все вопросы, касающиеся социальной газификации, и поможет составить и заполнить необходимые бумаги. Вы можете выбрать два вида договора, то есть нулевой или комплексный. То есть в рамках нулевого договора подключение идет до границ земельного участка бесплатно. Вот. Соответственно, в комплексном договоре можно выбрать подключить не только до границ земельного участка бесплатно, но и, соответственно, к вашему дому. В этот раз автобус приехал в деревню Слобода, но подобные выезды в различные поселения округа проходят ежедневно. Их расписание можно узнать на сайте Мособлгаза. В среднем посещают мобильный офис около 30 человек в день. Напомним, программа социальной газификации, в ходе которой можно бесплатно подвести газовую трубу к участку, реализуется по поручению президента Российской Федерации.